Здесь ее, Саша, да? Да, тут мокровато явно. Ну и вот даже лед еще немножко лежит. Хотя на равнине уже нет этого, все растаяло. А здесь да. Все мокрое. Видно, прям листья, все мокрое. Влажность повышенная. Сколько там было? Плюс один, да? О, наша плантация ягельного моха здесь. За это время, что мы не ходили, полгода, наверное, подросло все. Ну, еще там осталось немного. На 2-3 заварки. Не завязали. Не, я вот недавно же делал. Ну, это очень редко. Раньше прям заканчивался, мы варили, Да, ладно, сегодня сварю. Надо. Я не знаю, я там сварил имбирь. Уборку. Тяжеловато. Посмотрим, место сбора заросло или нет. Так. Ну. Ну да, как бы нет. Вот где мы собирали, да. Вот проплешни, они не заросли. Мы еще дальше заходили. Да, вот я здесь, здесь собирал. Вот видишь, проплешни так остались. То есть он, да, вырастает за, ой, смотри, а за лет за 10. Смотри. А это эти косули уже тут шастали. А почему же они его не съели? Не знаю, вот они тут копали, видно, ногами. Вот, видно, свежие раскопки. Да, вот они тут жрали, ходили. Ладно, прям. Да? Что-то там кто-то квакает, да? Ну, птица утка. Какая-то. Утка? Не. Нет, не утки. Нет, наверное, это не утка. Может, чайка? Да нет, чайка. А, чайки можно, чайки, да. Ладно, пойдем вдоль воды. Что, на твердом одиночестве льдины? А слышишь звук какой интересный? Льдины стучат друг об друга. Ну-ка, зайду на этот камень. Ну, камень зайдет, а вот нет, а вот здесь вот. А нет, тут камень нормально. Можно идти. Ой, красота какая. Посмотри, точно как стекляшки стучит. Да, я говорю, как стекляшки. А вода какая прозрачная, смотри. Офигеть. Рыба не плавает? Нет, слушай, а чудесно рыбы нет, да? Ну, по идее, будут... Тут камыш, вполне поплавать можно было. Ну упади, скользко там, осторожно. Уйди, там зеленый где-то подскользнешь и даже не успеешь. А там часто бухают. Причем поляки, я сколько раз слышал, по-польски говорили. Ну конечно, это не шведы. Где-то они здесь живут. Где-то 80 мужичку. Да, если уже не было. Ну. Так. Боксерские эти мешки, что ли? Или нет, утепление. А может и мешки. Так, вата здесь, смотрю. Они чем-то. Слушай, непонятно, там для не чего вода? Это. Нет, вот вата, видишь, валяется. Значит, там, скорее всего, вата. Ну смотри, мощный это самое, пластик такой. Муж, это точно для спортсменов сделал, да? Да, ну, похоже, да. Смотри. Юрий, как надо бить правильно? На, держи. Держи, снимай меня, я тебе покажу. На, а на, ты меня? На. А тебя? Не, ну, меня ты не правильно, надо. Правильно, ты правильно бьешь. А, ну ты, у тебя держи. Уже это, включен? Да. Вот так вот.
Ну, оно... Так, так, да-да-да. В голову, в корпус. Во-во-во-во. Вот так, да, между ног ему. Во, коленом, да. Локтем еще, локтем, локтем. Во, во. Вот так, смотри, смотри, локтем как надо. Вот так вот. Вот так сверху? Вот. Да, вот так, сбоку. Вот. Скользко. Опа, опа. Все, убила чувака.